Самая идеальная картина в компании, когда у каждого сотрудника есть понимание, куда идем, у каждого сотрудника есть понимание, какие есть подразделения и кто чем занимается. Вот по аналогии с футбольной командой, когда на поле идет игра, у каждого же есть понимание, где чья роль, какая ситуация, куда нужно направлять внимание. Вот то же самое и в компании. И не должно быть такое, что я в отделе продаж, и мне не интересует, что происходит в производстве. Именно поэтому мы проводим общее собрание персонала, именно поэтому должна быть общая оргструктура, которую должны понимать каждый сотрудник. И плюс важны общие правила работы, которые едины для всех. И тогда мы получаем сильную, системную, очень эффективную команду.